Защита бизнеса, поддержка экспорта, профилактика надзора – это и многое другое обсудили на заседании штаба по улучшению инвестиционного климата в крае. Приморье на 12-м месте в российском рейтинге по привлекательности экономических, политических и социальных условий. Больше принималось мер поддержки бизнеса, снятию тех ограничений, которые мешают проведению, расширение возможностей получения, в том числе малого и среднего предпринимательства, различных льгот, микрокредитов, оказание помощи бизнесменам в результате наводнений, чрезвычайных ситуаций. Те, которые пострадали, такая большая была работа проделана. Чтобы повышать инвестиционную привлекательность края, необходимо обмениваться и перенимать опыт лидеров в этой сфере из других регионов. В первую очередь, обращая внимание на оптимизацию процессов, изменение нормативных актов и другие актуальные вопросы для Приморья. Впервые за 10 лет в лучших группах А и Б у нас более 30 показателей, а именно 31. Также впервые за 7 лет у нас всего 2 показателя находятся в лучшей группе Е, о которых коллеги врачи уже сказали. Можно следующий слайд. 44 показателя у нас выросли, 15 стали хуже, чем позапрошлом. Теперь о том, какие у нас результаты, где мы поработали хорошо. Краевые планы и цели на этот год – увеличить объем инвестиций в основной капитал до 500 000 000 000 рублей. Для этого уже ведется работа. Внедряются цифровые технологии для взаимодействия с бизнесом и инвесторами. Развиваются точки туристического притяжения, компенсируются процентные ставки по кредитам, создаются промышленные площадки и не только. Виктория Калинина, Марина Роман, Телемикс.